Є інформація про те, що до 1 серпня вони залишать територію Луганщини. І що далі із цим підрозділом, наскільки він становить небезпеку зараз у Білорусі? У такі ваші роздуми з цього приводу, тому що Польща вже створює спеціальний окремий підрозділ у випадку, якщо вагнерівці спробують вторгнутися в районі Сувальського коридору. ОПГ Пригожина было расчленено где-то на 3-4 группы. Одна штык в землю и разбежалась по домам. Вторая группа заключила контракты, практически вернулись на места службы, с которых уходили в ОПГ Пригожина, вернулись в Министерство обороны Российской Федерации. Часть, третья часть по определенными путями ушли в места дислокации, в основном в Африку. Ну а четвертую часть, которую мы сейчас видим, такие голые и босые, их забрали оружие, они практически голыми зашли в Беларусь, и где-то сейчас там кучкуются несколько тысяч человек в районе Осиповичей, там лагерь им организовали такой, чтобы если накрывать, то накрыли сразу всех. Вот если появятся рассерженные авиаторы, которые вспомнят за друга, которого они убили, вагнеровцы, летчиков, когда они завалили несколько бортов, то как раз этот лагерь, он такой компактный для уничтожения такого, серьезного уничтожения этой группы. Потому, скорее всего, пока в таком режиме их используют. Их просто ждут, их всех собрали. Вот в этом лагере, если еще обтянуть его колючей проволокой, поставить вышки с пулеметами, то это как раз такой серьезный лагерь уровня магаданских или воркутинских. А вот дальше, как они будут использовать это ОПГ Пригожина, пока непонятно. Они не вооружены. Готовности выполнять широкомасштабные задачи у них нет. Они не могут их выполнять. И никогда не могли. Всегда они выполняли точечную задачу при поддержке большого количества вооруженных сил. То есть, если их там было 3-4 тысячи, двигалась куда-то с той же попасной в сторону Бахмута, так рядом еще было 300-400 тысяч российских войск, которые сопровождали это движение. Авиация, техника, тяжелая техника, ну там целый процесс поддержки. А сейчас они в Беларуси с той же самой задачей, как и панцирь на Министерство обороны российской армии. Та же задача. Три тополя на Плющихе торчат в этих Осиповичах, ждут своего часа. То, что поляки как-то на них реагируют, ну, это нормальная реакция страны, которая думает о своей безопасности. Хотя реальных проблем для польской армии, для натовской армии, эта кучка оборванцев, она не представляет абсолютно. Я розумію, що геть конспірологічна версія, але з огляду на те, що ви сказали, а може бути таке, що власне росіяни спеціально відправили вагнерівців до Білорусі, розуміючи, що там вони можуть бути повністю знищені. Це угрупування. Ну, це перше, не то, що конспірологічне, з точки зрення воєнної, іменно так і роблять. Коли треба уничтожити групу определенну, її сводять в одне місце, компактно, как в свое время кадыровцев, которые заскочили в Донецк, я помню, в 2014 году, когда кадыровцы заскочили в Донецк, они там начали, ну, заниматься, мягко скажем, не военным делом. И пришлось Захарченко, просто хорошо его знал, в свое время дружили. Захарченко, Сашка, он их загнал в Путиловский лес, а потом дал координаты украинским ракетчикам и артиллеристам, и они их накрыли. Вот так вот примерно в таком же режиме. После этого, кстати, кадыровцы на несколько лет пропали с Донбасса, когда поняли, что их просто тупо уничтожают. Ну, слишком они себя показали, не буду в эфир это говорить, с нехорошей стороны. Не военные действия эти люди в то время провели, потому их просто в ноль зачистили одна и другая сторона. А вот то же самое, та же самая картина может быть и с этими вагнеровцами. То есть их собрали в одно место, а дальше все будет зависеть от принятия решения. Это либо будут самолеты, либо это будет пакет града, либо это будет несколько ракет, либо одна большая. Все будет зависеть от поставленных задач. Ну що ж, будемо стежити за розвитком подій. Романе Григоровичу, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого стріму, і до наступної зустрічі.
До свидання. Роман Світан був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю поширювати цей стрім. В такий спосіб його більше людей зможуть побачити. Так само залишайте свої коментарі, ставте лайки і підписуйтеся на канал «Свій час». Наша команда вдячна вам за кожну підписку.